не просто ногти, а самый настоящий аксессуар. Превращаем руки в галерею современного искусства. Один из трендов на нейл-индустрии – это абстракция. Использование различных ярких архитектурных форм. Подложку лучше использовать светлых нюдовых оттенков. Так цвета будут смотреться ярче и сочнее, но дизайн не будет перегруженным. Этот горячий тренд легко совместить с другим не менее ярким неоном. Красный, оранжевый, розовый, зеленый и другие кричащие оттенки в духе «вырви глаз» как никогда актуальны. Такой вот привет из 80-х. Можно покрыть ногти цветом полностью, либо же нанести красочные узоры или геометрические формы, чтобы при виде вашего маникюра хотелось его с любопытством разглядывать. Впрочем, того же эффекта можно добиться и другим способом. Ручная роспись на ногтях невероятно набирает свои обороты, и самым трендовым дизайном будет рисунок именно поп-арт. Это могут быть персонажи комиксов, мультфильмов, вообще различные персонажи, которые можно нарисовать. Такие картинки лучше не делать на всех пальцах. Для этого подойдут либо большие пальчики, либо мизинцы. Рисунок очень классно смотрится именно в матовом варианте, потому что с глянцем он начинает бликовать, и рисунок может немножко потеряться. Любительницам нюдовых дизайнов тоже есть где разгуляться. Секретным оружием такого маникюра станет покрытие ногтей с обратной стороны. Маленький штрих в виде блесток добавит пикантности в привычную нейтральную гамму. Сейчас очень в тренде будет использовать различные дизайнерские украшения, возможно, даже дополнительную лепнину, объемные какие-то фигуры фактурные. Сейчас в тренде делать все на ногтях. Сейчас не будет абсолютно никакого перебора, поэтому если вы хотите все ногти в блестках или все ногти в стразах, это будет очень хорошо смотреться. Выбираем форму квадрат или миндаль, они наиболее актуальны. Ну а дальше смело пускаемся во все тяжкие.